Почему я люблю магазин «Орион»? Да потому что он на нас денег не зарабатывает. А есть другое место. И вот мой перец. И это его день рождения. В итоге вместе со всеми он потратил на 7 лет более 20 тысяч рублей. И не падайте, господа. Вот здесь с вас деньги и сжираются. Ага, батутный парк. Час захода стоит 500 рублей. То есть сам батут стоит 9 тысяч. Окупается за 18 аппликаторов в час. Тут их много. И понятно, что никто на аппликаторах не экономит. То есть, ребятки, вот оно правило, где с вас деньги берутся. Вместо того, чтобы дома посидеть в компании 7 человек и порезаться в компьютер, дома на таком же батуте также попрыгать, скушать мамино объедение вместе с папиным шашлыком, мы сумму 2 недель в пятерке в Турции просираем за один день. Клево, да? Мне в действительности так не нравится. Хотя я люблю своего сына, и в эту контору я пришел, приведя его и забирая. А больше в ваши мегацентры я не хожу. Предпочитая, во-первых, покупать все, что нужно в интернете. Телевизоры в технопоинте, ничего, могу и пару недель подождать. А сумму, которую сэкономил, на другое место пустить. Ага. И вы думаете, что я хожу в другие мегацентры, где можно еду купить? Нет, господа. Все, что нужно, это только благодаря тому, что я сам его и приготавливаю. То есть я сельским хозяйством, естественно, занимаюсь. А мясо я покупаю деревенское, правильное. Да. А чтобы посмотреть кино, ну так вот, я выбираю самый большой кинозал Магнитогорска. Пока магнит не развалился, то есть лучший кинозал — это «Современник».